трескается очень часто. Обдувка, ну, потому что под этим. Просто резиночку сняли. А вот эта верхняя часть как снимается? Все, что молния, там она все снимается. А, там, где молния и верхняя. Все уже пошло чередом. Вот эти тоже снимаются. Ну ладно, в общем, пока мы так это... Все тут видите, все на резиночке, все на липучках. На липучках. Все стирается. Ну, пока все чистенькое, а потом будем так, да, вывести. Так, ваш третий ключик. Запасные. Это запасные к чему? А, держать его у меня. Ага. Эта штука... Ну, в общем, все крепко, да? Ничего нигде не отвалится, не развалится. И последний штрих попробуем лифт. А, лифт, да. Да, это самое главное. Снимаю вот эту штуку. Ага. Снимаю. Берем вот эту, крутим до конца ее вот сюда. Угу. Это верхнюю я кручу или нижнюю? Да. Ага. Потом вот эту штуку откручиваем. Полностью ее опускаем вот сюда, закручиваем. Ну, не сильно. А вот это... Подождите, подождите, я искала, где это нажимается? Вот, вот эти два рычага. А, они вверх. Ага, все, поняла. А, ну и так она компактная. Замечательно. А попробуем в лифтках. Последний штрих. А это вот ручка, чем регулируется, чтобы ее вверх-вниз? Вот этими, да? Ага, все, поняла. Это когда складываешь, да, еще и на кнопочку одеваешь, потому что в прихожей тоже место. Каким путем? Тяжелая, да? Ну, подъемная, в конце концов. Пока ребенок сидит. Я думала, я так на подушечку ее посажу. На приступку. И пока она у меня вот здесь на подушечке сидит, на ступеньке, я ее и это... Сейчас, Викуся, сейчас. Ну, в принципе, это возможно. Вот. Она выезжает, тут проходит. Вот как-то лезет.